Первый среди равных в проведении чемпионата Кировский район, тот, на территории которого расположен стадион «Самара-Арена», а значит и основной туристический поток Мундиаля будет направлен сюда. И выглядеть район должен на достойном уровне, а потому и первый в этом году масштабный форум общественности вопросом благоустройства прошел именно здесь. Город в этом году получает большое финансирование, чтобы навести порядок на улицах, парках, во дворах, но важно, чтобы сами жители не оставались в стороне. На личных встречах с жителями микрорайонов нами было предложено всем принять участие в разработке народных проектов благоустройства дворовых территорий и предоставить свои предложения по благоустройству, предварительно обсудив их с жителями. «Чисто во дворе, порядок в стране» – под таким слоганом прошло собрание общественного актива Кировского промышленного и советского районов Самары. В городе идут масштабные преобразования, обновляются дороги, приводят в порядок фасады, капитально ремонтируют дома. По мнению общественников, порядок там, где есть опыт взаимодействия жильцов с управляющими компаниями. Выходила сама, копала газоны, сажала цветы, и за мной выходили люди. Мы наш двор убираем не только в субботник, но и в зимний период, и весной, и осенью. В этом году Самара получит весомую поддержку на работы по благоустройству. 1 000 000 000 рублей дополнительно выделяется из федерального бюджета. Еще 1 300 000 добавляет областная казна. Кроме того, уже в самое ближайшее время общественные советы должны стать реальными подразделениями в системе власти. Им передают больше полномочий по организации и проведению работ. Мы создаем не общественную организацию, я хочу вам сказать. Это продолжение некой вертикали власти. От президента, губернатор, город, районы сформировали самостоятельно, я имею в виду, с советами. И абсолютное большинство проблем, которые волнуют людей, а это тот же ЖКХ, то же благоустройство, там, ремонты многоквартирных домов и так далее. Эти вопросы все должны практически решаться на местах. Общественные советы получат и финансовую поддержку, так чтобы итогом всенародного субботника, который продлится весь 2017 год, стало настоящее преображение Самары. И в год Мундиаля город вошел таким, который сможет достойно принять участников и гостей событий мирового уровня. Олег Зверев, Григорий Плешаков, «События».